То, что вы видите, друзья, это сеточка для будущей двери. Так, а вот сама будущая дверь. Вообще сегодня такой день, когда происходит доставка дверей. Вот так они аккуратненько упакованы. Там сейчас машина пришла. Вот Милгард, это очень известная фирма, которая делает окна. Их парочка всего есть таких очень известных. Хотя в целом их, наверное, много, я так не сомневаюсь. Вот. Но Милгард, мы их любим, мы всегда их ставим. А сама доставка вот происходит вот так. Видите, такой трачок. Его специально оборудовали вот справа и слева такой конструкцией. Вот, и там внутри. И там внутри, значит, и снаружи, да? Он когда едет, и снаружи, и снутри там есть окна. Вот единственная функция вот того, что ребята сейчас делают, они просто доставили это все на объект. Вот здесь будет выход на веранду с такими раздвигающимися дверьми. И вот вы видите, кстати, вот рулоны с теплоизоляцией. И вот сюда принесли вот эту дверку. Значит, она будет здесь стоять. Так они их еще разносят по объекту, там расставляют. Не получилось сразу все двери, там как бы не хватило на складе, и должны часть подвезти попозже. Сегодня привозят двери и окна.